Всем привет, это программа «Если чешка». Этот выпуск можете смотреть на увеличенной скорости, потому что мой гость – неторопливый Диас Аблаев. Hello. Hello. Здравствуй, дорогой. Привет. Друг. Ты смотрел «Соника»? Кого? «Соника». Нет, кстати, еще нет. А «Форсаж» нравится тебе? «Форсаж» нравится. Кто твой любимый супергерой? Флэш? Тор. Надо же. У него мало зато быстро. Просто у тебя даже инициалы Диас Александрович Аблаев. Да. Они такие. Очень под тебя. Ты когда-то хотел на повара отучиться? Так. Не нашел экспресс-курсов? Ты знаешь, не поверишь, я хотел уехать в другую страну, но там было возрастное ограничение. И... То есть мне было уже тогда 27, а там было типа до 27. Угу. И я никуда не поехал. Не успел, да? Не успел. Я так и думал. Ты помнишь себя на первом Гаку Доуса? Да, это был пипец. Зачем ты пришел в образе доставщика? Это, кстати, моя самая концертная одежда на тот момент была. Страшно подумать, в чем ты дома ходишь. Я когда готовился к программе, узнал, что в брачный период ленивцы идут к самке на бешеной скорости 2 метра в минуту. Ты знал об этом? Нет. Сейчас, когда сфера развлечений откровенно встала, и нет ни концертов, ни каких-то корпоративов, жалеешь, что ушел из большой корпорации? Я ни о чем не жалею. Это прям... Я наоборот горжусь, что я это сделал. Угу. Али стоит подойти просто окапал к любой девушке, и сразу все говорят, вот, они встречаются, вот, Примадонна, Кель Набулат и так далее. Угу. Как ты в свои 34 избегаешь подобных слухов? Просто не даю повода. Все делаю техмышно. 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 Круто. В дебютном клипе ты избил Айсулу Азимбаеву. Нет, не дебютный, это второй. А, это второй. После этого клипа ее начали бить чуть ли не в каждом клипе, в котором она снималась. Тебе стыдно за это? На самом деле я был не первый, я был даже второй или третий, поэтому... Это было модно тогда? Стыдно другим, потому что они показали, как это делать. Сильно. Ты пошел на X-Factor, потому что там в судьях мамы не было? Наоборот, она на X-Factor не была. На X-Factor. А, точно, я перепутал с голосом. А, да, потому что на X-Factor я являюсь аффилированным лицом. Что это значит? Родственники не имеют права участвовать. Родственники жюри и так далее. Быстро объясню. Они... Да. Ты не любишь лук? Терпеть не могу. Что лучше, порция лука или выступать перед мамой? Выступать перед мамой? Я... Почему? Что здесь такого? Но раньше, да, было такое, что это было сравнимо с порцией лука. Угу. Сейчас нет. Есть среди твоих друзей те, кто, кого мама не пустила в следующий этап, например, и они тебе высказывали об этом? Мне никто не высказывал, они почему-то все были, ну, может быть, за моей спиной, может, что-то было, но мне в лицо никто не говорил. И не мстили тебе. А как они могут отомстить? Ну, мало у них же мама в других конкурсах не сидит. Ты энергетики пьешь? Кстати, нет, мне от них плохо. Я так и думал. А кофе там? Вот, все, что с кофеином, мне плохо от этого, поэтому слишком ничем не помочь. Я видел один твой пост, ты там прыгаешь на фоне одного известного здания и прыгаешь в слоумо. Угу. Зачем тебе слоумо? Ты недостаточно медленный? Офигенно. Классно. Это сильно. Это весь твой ответ? Я могу дать время, но подумай. Там больше растяжка была. Видел, какая растяжка была? Точнее, не было ее. Диас Аблаев — душа компании? Да. В принципе, да. Удивительно, что за компания? Когда-то давно в одном интервью ты говорил, что у тебя 12 друзей. Сейчас уже побольше. Их, да, стало больше. Их стало больше. На 34-летие ты подарил себе альбом. Что подарили больше 12 друзей? Кстати, мне ничего не подарили. Не успели? Ничего. Мне Баттер Тазабеков обещал саундбар подарить, так и не подарил. Козел. Тебя называют Диаска? Мамы друзей. Я обожаю, когда меня Диаска называют. Потому что рифмуется с фиаско?
скотина. Тварина. Дальше. Кто придумал танец Арнай Мансаран? Я. Очень крутой танец. Как ты объяснил танцорам, что от них требуется? Ну, во-первых, в клипе не было танцоров. Там были только животные. А, да. Точно. А на выступлении... А им объяснять не пришлось. Там уже, да. Там они уже все видели. Да, животным? Да. Животным нужно было только бегать от меня, и все. Круто. На этом наше сверхскоростное интервью окончено. Спасибо, что пришел. Спасибо. Все. Тебе. Аккуратней, не спеши.